Тем временем, с начала 2016 года в Бурятии зарегистрировано 26 ДТП с пострадавшими. Погибло 3 человека и 38 ранено. Для уменьшения печальной статистики инспекторы ГИБДД решают проблему незнания правил с раннего возраста. Совместно с учителями начальных классов они организуют конкурс на лучшее преподавание правил дорожного движения. Сегодня они показывают свой творческий номер. То есть и предварительно они делали работу, собирали портфолио, проводили на местах открытые уроки по правилам дорожного движения. А сегодня уже финальный этап, то есть они творческий свой номер показывают. Благодаря сказкам, песням и танцам учебный процесс превращается в увлекательную игру. По словам педагогов, такие конкурсы – наиболее эффективный способ объяснить детям правила поведения на дороге. Конечно, это хороший опыт для педагогов самих, что мы делимся чем-то новым, что-то есть новое, что-то мы видели, сами используем. Поэтому, несомненно, это необходимо вообще вот такие конкурсы проводить, и разнообразные участия вообще не нужны. В конкурсе приняли участие 16 команд из районов республики и 3 городские школы.